На ютубе. В Ярославле никуда на работу не берут. Хоть я и подхожу просто, не говорит причину, почему меня не берут. Просто отказывается причину называть, почему меня сюда не берут. Еще меня в черный список внесла. Вот это вот пизда. Хотя работа для меня подходит. И все знания есть. Тут написано без опыта, стажеров берут, а меня не берут. В Ярославле просто работать некуда. Просто из принципа работодатели не берут никуда. Вот такой Ярославль, дорогой. Просто не берут из принципа на работу. Хотя я по всем показателям подхожу, и по уму, и по всем подхожу. Все, внесла просто черный список. Просто кого хотят, своих берут, как бы, на работу. А чужие им не нужны. Вот такие дела. А, да, я еще добавлю. Офисом я тоже могу пользоваться. Microsoft. А меня не берут. А какую-то пизду малолетнюю, которой папаша... По блату ее возьмут вот сюда работать. А меня нихуя не возьмут. Вот в эту компанию. А папаши, блядь, трехлетнего, возьмут, блядь, на работу. Работать. Или пизду какую-то по блату. Или своего сынишку возьмет на работу работать. А других не возьмут. Только по блату.